«Любовь всеми силами будет человека в человеке», призывал в свое время писатель Федор Абрамов, который родился здесь, в Пинижском районе. Сегодня его земляки следуют заветам знаменитого автора и пробуждают в местных жителях созидательные силы. С 2014 года здесь работает общественная организация «Инициатива Пинижья». С кем-то мы даже не были знакомы на тот момент. То есть это было решение, когда общественники, понимая, что они дошли до какого-то определенного уровня, начинают осознавать, что они могут выходить на более масштабные проекты. К тому же они могут использовать ресурсы не только внутри территории, но и писать какие-то гранты и заявки на федеральный, на региональный уровень. Объединить местный актив, чтобы сообща помогать реализовывать самые разные инициативы. Вот главная задача, которую ставили перед собой общественники. Вот самое важное, что я считаю, что мы сделали, это создали команду. Команду – это те люди, которые работают с нами, причем команда у нас видоизменялась, кто-то уходил, кто-то приходил. И на сегодня создалась достаточно устойчивая группа людей, которые работают с общественными инициативами не только своими, но и других людей. По словам общественников, одно из самых главных достижений инициативы Пинижья – крепкая партнерская сеть. Прекрасно понимая, что для реализации амбициозных проектов необходима поддержка разного уровня, здесь выстроили отношения с местной администрацией, наладили связь с Центром социальных технологий «Гарант» и привлекли опытных экспертов. Благодаря такому всестороннему участию удалось реализовать свыше 20 крупных социальных проектов и привлечь на территорию более 10 миллионов рублей. Стоит отметить, что активно подключились к большой работе местные жители и, в частности, молодежь. Именно она определяет перспективы района на годы вперед. Поэтому сегодня важно дать ребятам необходимые знания и инструменты для созидательной деятельности. Так, в рамках форумов и фестивалей «Про будущее Пинижья» у местных жителей появилась возможность прокачать свои идеи с опытными экспертами и вместе создать что-то на благо района. А для того, чтобы транслировать события, происходящие на территории, была даже создана молодежная телевизионная редакция. К счастью, с инфоповодами проблем нет. У нас создано уличное молодежное пространство, которое сейчас благоустраивается. И буквально вот в этом году молодежь сами взяли уже управление этим пространством, что меня очень радует. Вообще эта земля словно пропитана абрамовским духом. Федор Александрович был не просто писателем, он был человеком с серьезной гражданской позицией. Сегодня его идеи и взгляды вдохновляют пинижан на полезные дела. Именно поэтому одним из важных направлений здесь выделяют работу с именем знаменитого земляка. Так, в рамках мероприятий, посвященных юбилею Федора Абрамова, были созданы арт-объекты в Веркале, родной деревне писателя. Это место с каждым годом привлекает все больше туристов и деятелей культуры со всей страны, обрастает различными проектами. И делается это при содействии общественной организации. Мы вообще включаемся в поддержку инициатив людей, которые действительно хотят что-то менять в своей жизни. То есть они знают, что можно прийти, и мы ищем разные способы поддержать их. Сегодня общественная организация «Инициатива Пинижья» по сути является социокультурным центром территории. Ведь это уже сложившаяся команда, у которой есть опыт сопровождения проектов и привлечения ресурсов для их реализации. А это значит, что идейным жителям всегда помогут воплотить самые смелые, а главное, нужные задумки. –